Другой московский клуб ЦСКА в тот же день играл в Уфе. На 5-й минуте Скопцов огорчил местных почитателей хоккея на долгие 279 секунд. Хозяева немедленно приняли соответствующие меры и Заварухин вернулся. 1. Но не везло в этот вечер не только киперу. Уфимский вратарь Тихомиров за 1,5 минуты до первого перерыва не среагировал на дальний бросок Турковского. 2-2. Во втором периоде команды на двоих собрали. Муфтиев реализовал удаление Теплякова. 3-2 впереди Слава. Готовы отметить победу. Но следующие 20 минут были также украшены лишь одним голом, автором которого стал Брызгалов, на пятачке разобравшийся с Тихомировым. В итоге еще одна боевая ничья 3-3.